Накануне в Приморье прошло памятное мероприятие. Цветы и венки возложили к памятнику герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву в Международный день освобождения узников фашистских лагерей, представители органов власти, общественных организаций, студенты и школьники Приморья. В память о всех, кто погиб в лагерях смерти и тех, кто выстоял, но ушел в мирное время, объявили минуту молчания, после чего прозвучала композиция, давно ставшая символом борьбы народов за свободу – Бухенвальдский набат. Миллионы людей Советского Союза и всего мира прошли через концлагеря. К сожалению, история повторяется, и это нам ставит задачу не забывать те события, которые уже были. Благодаря вам, вашей стойкости духа, которую вы показали в тот страшный период, наша страна существует до сих пор. Памятник герою Советского Союза Карбышеву Дмитрию Михайловичу. Это памятник всем нашим дедам, прадедам, бабушкам, которые прошли те страшные испытания в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон. Ну а мы, как молодое поколение, никогда не забудем и не допустим на свою страну врага.